Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как связать вот такой вот цветочек. Для этого нам понадобятся нитки и крючок. Приступаем к вязанию второго цветка. Делаем воздушную петлю, провязываем 2, 3, 4 воздушные петли. Замыкаем в кольцо и провязываем 8 столбиков с одним накидом. Сразу начинаем делать наш невидимый столбик подъема. Вытягиваем рабочую нить на высоту столбика с одним накидом. Подводим крючок под петлю. На крючке 2 петли. Захватили рабочую нить. На крючке 3 петли. Подвели под низ. На крючке 2 петли. Провязали 1 петлю. На крючке 2 петли. Провязали 2 петли вместе. Наш невидимый столбик подъема равный столбику с одним накидом. Готов. Делаем 3 воздушные петли. И провязываем в серединку столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Снова в серединку провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. В серединку провязываем столбик с одним накидом. Наше вязание, хвостик от нашего пролаживаем вовнутрь, чтобы его не было видно. Так вот у нас получилось 4, нам нужно 8. Снова 3 воздушные петли. Сюда же вкалываемся в центр, пролаживаем хвостик, это у нас 5, снова 3 воздушные петли, 6, 3 воздушные петли. 3 воздушные петли и последний 8 столбик. Ниточки, которые у нас останутся вот от середины, мы их потом обрежем. У нас должно получиться 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем 3 воздушные петли. Находим, вот видите, верхушка, она более плотная. Вот один и второй. Вот вкалываемся и соединяемся. Распределяем наш цветок. Вот такое вязание у нас получилось. Приступаем к вязанию следующего ряда. Переходим вот сюда, в соседнюю арочку. Вытягиваем рабочую нить на высоту столбика с одним накидом и провязываем невидимый столбик подъема. И сюда же мы еще провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. У нас получился лепесточек из 5 столбиков с одним накидом. Столбик с предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Затем снова провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4,
последний, пятый. Снова столбик в столбик провязываем, соединив столбик без накида. То есть в каждую нашу арочку мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. Столбик в столбик мы провязываем столбик без накида. Таких у нас листочков должно получиться 8. Провязываем наш последний, пятый столбик. И вот отодвигаем, и столбик, откуда мы начинали вязание, мы с вами вкалываемся. Провязываем столбик, обрезаем нашу рабочую нить. Знаете, я обрежу ее чуть побольше. Я вам сейчас расскажу, почему. Я когда вязала колье перед этим, я ниточку обрезала и прятала. А сейчас я подумала, что я могу ее использовать для нашего соединения с другим цветочком. Вот я ее протягиваю сюда вовнутрь, чтобы она более эстетично смотрелась. Беру наш цветочек и вот смотрите, в центр вкалываюсь, захватываю одну ниточку и сейчас буду привязывать. Вы знаете, я все-таки решила, что нитку лучше спрятать. Поэтому вот, так как она у меня тут шелковая, я сделаю узелки и спрячу один край сюда, второй сюда. Такой цветок второй у нас получился. Вот такой вот цветочек у нас получился. Всем удачи, до свидания.